Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное заседание кружка любителей гегельской диалектики. Значит, мы с вами находимся на новом этапе нашего движения логического, находимся в учении о понятии, и вот сегодняшнее заседание, можно сказать, посвящено понятию о понятии. Что такое вообще понятие? Значит, прежде всего, как и учит Гегель, нужно, чтобы разобраться в том, что такое понятие, рассмотреть его генезис. Откуда оно взялось, что оно представляет? Кто хочет сказать по этому поводу? Что является понятием по своему порождению? Значит, нам надо осознать внутреннее самодвижение этого. Давайте внутреннее самодвижение. Значит, это имеет отношение к возникновению языка. А, нет, это отпадает. У вас самодвижение языка, а не самодвижение понятия. Так, кто может сказать, если, что оно собой представляет по своему генезису, по происхождению? Бытия и сущности. Вот, учитесь. Единство бытия и сущности. А непосредственно оно является. Что предшественником является? Сущность. Сущность. Значит, вот... Ну, сущность, это понимаете? Первое снятое. Так это снятое. Но это снятая сущность, правильно? Да. Это снятие сущности, а сущность является снятием бытия. Раз это... А снятие – это что? Евгений Николаевич, снятие – это что? Отрицание содержания. Ну вот. Сохранение. Значит, отрицание. Короче. Отрицание. Это сохранение. Короче. Отрицание бытия и возникновения. Нет, я спрашиваю, снятие что такое? Это отрицание. Короче, если так вообще отрицание содержания, а короче, форму имеет отрицание. А раз отрицание, то значит мы имеем понятие, не рефлексию, а имеем понятие как двойное отрицание. Во-первых, было сущность является снятием бытия. Понятие от... Бытие. Так, мы брали как первое сущность снятие бытия, а понятие – это снятие это... сущности. Значит, второе отрицание. Два отрицания что дают? Утверждение. Утверждение. То есть это снова новое как бы бытие. Восстановленное. Да, восстановленное бытие. Вот, ну вот, не так, чтобы и сущность, и бытие остались в прежнем виде. Они не могут остаться в прежнем виде, правильно? Когда речь идет уже о новой категории. Раз это не просто отрицание, а содержание, то есть они в этом понятии заключены. И когда они заключены в этом понятии, они уже не бытие, не сущность, правда? Вот, ну, мы тогда можем понять, что они содержат в себе и то, и другое, и не так, что они просто сложные из каких-то частей и единиц, а это вот то, что мы рассматривали перед этим, мы рассматривали с вами непосредственно, вот какую категорию, когда мы шли непосредственно уже к понятию, как оно называлось? Непосредственно снятие? Нет, непосредственно к понятию, когда мы вот шли, о какой категории, порождением какого, какой категории является понятие? Субстанция, да, субстанция. Субстанция является вот этим вот выражением единства бытия и сущности, но уже когда она развернута, эта субстанция, то есть когда она становится действующей, вот мы получаем понятие. Вот вопрос, который я хочу поставить на рассмотрение, очень важный. Я думаю, для всех важный, и для тех, кто здесь присутствует, и для всех остальных. Понятие – это вот характеристика того, что в голове, или это характеристика того, что в мире, в объективном? Я говорю, что это генезис, логический генезис. Я не о генезисе уже говорю, я говорю понятие – это характеристика. Вы не отвечайте на поставленный вопрос. Понятие – это характеристика того, что происходит в голове, или это характеристика и то, и другое. Отражение мира в голове. Как в настоящей диалектике мы должны отвечать и то, и другое. Это не настоящие диалектики, это те, которые эклектики смешивают сразу обязательно. Вам что, и суп, и первое, и второе, и то, и другое. И компот. И компот, пожалуйста, налейте, все в один таз. Да. Значит, все-таки то, что она в голове, я думаю, что это очевидно. Все категории в голове. Ну, все категории здесь, посмотрите, они вот написаны, напечатаны. То есть это доказывает довольно-таки ни к чему. Это само собой ясно. Нет, это только... Я говорю, это само собой это ясно. Это во втором томе только. Это так. Не во втором томе, это во всех томах. Вот категории эти, все категории эти.
в наших головах. Поэтому вопрос другой. Вот когда мы говорим о бытии, мы понимаем, что категория бытия выражает материю, правильно? А когда мы говорим о сущности, то мы понимаем, что категория сущности выражает сущность материи. А когда мы говорим о понятии, мы выражаем тем самым материю, или мы только свое познание этой материи этим выражаем? Вот в чем вопрос. Ну, вообще-то, прежде чем говорить о понятии, надо дойти до идеи. После идеи уже идет понятие. Вот так вот. Полистайте, у вас книжка есть? Есть. Но так вот, книжки сначала идет понятие, потом идея. И долго будете доходить до идеи. Это называется... Называется, Константин Александрович, с точностью да наоборот. Дайте вот дневник. С точностью. И кончается вообще книга идеи, абсолютно идеи. Как перепутали это так. Нельзя. Вот движение вперед и движение назад. Мы, говорит, бежим вперед, но на самом деле двигаемся назад. То есть вопрос, я повторяю свой. Значит, речь идет о характеристике только сознания или идет речь о категории, которая характеризует бытие, материю. Материю, конечно. Материю противоположную. Вот это надо осознать, потому что вот это надо осознать и посмотреть на эту категорию понятия, как на то, что характеризует материю. А что, собственно, характеризует материю? Вот она и характеризует материю в единстве бытия и сущности, и так, что они объединены субстанцией. И как это надо понимать? Вот вы возьмете... Как первый, второй, третий компот. Что? Ну, единство все. Вся материя? Нет, единство, когда вы уже закончили свой обед. Тогда единство. А пока они отдельно, первый, второй и третий, они у вас не закончены. Всегда. Вот если мы говорим о понятии, значит, мы имеем в виду, что? Какое понимание материи? Какое понимание объекта? Мы берем объект... Как что? Сознание. Как что? Какого рассуждения? Да есть ответ, надо не из головы брать, а из книги. У нас же книга есть. Вы как-то будто я вас просто спрашиваю или допрашиваю. Здесь есть книга. Это что такое? Что такое вообще? Вот в самом начале, если одно слово взять, понятие, это что? Понятие одним словом. Да. А? Бытие? Нет, потому что это единство бытия и сущности, а у вас только одно слово бытие. Вы нас откатили глубоко, далеко назад. Вот есть чистое понятие. Это чистое понятие. Непосредственное. Абсолютно бесконечное, безусловное слово. Ну я вот замечаю, два слова, три слова. Одно слово. Одно слово. Да читать дома надо. Здесь уже надо думать. Составное. Значит, это всеобщее написано у Гегеля. Всеобщее. 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 Возьмите любое понятие. Яблоко видели? Видели яблоко? Я видел. Не видели вы никогда яблоко? Вы всегда видели? В холодильнике. У вас в холодильнике лежит конкретное яблоко из вашего холодильника. Какой вопрос? А речь идет о яблоке. А яблоко это не то, что лежит в вашем холодильнике. А яблоко вообще, всеобщее яблоко. Которое, это понятие яблока. У вас понятие о яблоке есть? Ну, вы с огурцом не можете перепутать его? Нет. Значит, вы не можете его перепутать с огурцом, потому что у вас вот в голове его не перепутываете, или что оно объективно совсем другое? Образ разный. Не образ у него разный, а оно разное как таковое. Предмет, сам объект разный, другой объект. И сколько этих яблок существует, которые характеризуются словом яблоко? Сколько? Не сосчитаю. Бразилия песо. Ну сколько примерно? Ну что, 10 штук? Больше. Больше, а сколько? Ну, примерно, хоть скажите, Евгений Николаевич. Вы же знаете, вы с информацией, дружите. У вас информация есть? Я не про звезды вас спрашиваю, а про яблоки. Информация есть. Звезды как раз посчитаны. Да? Ну, сколько миллиардов человек существует? Миллиардов сколько существует? Легко же посчитать. Около 6. Ну, 7. Почему около 6? Даже вы там, вам миллиарды откидываете прямо смело. Ну, вы даете. Никому нельзя верить. Ни одно лицо. Я в первую очередь вам нельзя верить, потому что вы преуменьшаете. Конечно. Значит, даже если грубо мы хотим прикинуть, скажем, существует 7 миллиардов человек. Каждый человек...
скажем, он съедает кожу, 10, яблоко, хотя бы 10 штук съедает, съел там 10 штук, уж, по крайней мере, уже 70 миллиардов этих яблок. И это все яблоки. Так они характеризуются каким? Одним понятием – яблоки. Самые разные вы берете яблоки – и красные, и желтые, и зеленые, и твердые, и мягкие, и вкусные, и кислые, и так далее. Не в голове у вас, а в жизни. Вот это в голове все сказать. О том и речь. Мы сейчас уже договорились, что мы берем объект мира и выражаем категории понятия. Это нужно выразить, вот, что эти все яблоки, это все яблоки. Несмотря на то, что они никогда не совпадают. Нет двух яблок, которые были бы полностью тождественны. Тем более, что мы уже знаем, что тождество есть тождество различного. Поэтому все они вот не тождественны, или лучше сказать, или тождественны как различные, хоть так выражайте, хоть так, но можно их выразить одним понятием. Значит, есть в них то всеобщее, которое включает в себя что? Единичное включает. То есть любое яблоко – это яблоко. Все согласны с этим? Что любое взятое конкретное яблоко – это яблоко. Значит, по отношению к этому конкретному яблоку, понятие яблока всеобщее. Да. И это понятие, это характеристика нашей головы или характеристика объективного мира? Характеристика объективного мира. Я думаю, что это надо зафиксировать нам, чтобы как мы пришли, когда мы пришли к понятию, мы пришли не к тому, что вот мы начинаем изучать, что у нас в голове, а то, что у нас в голове и кажется тем, что является сугубо субъективным, оно на самом является и выражением той всеобщности, которая в мире есть, в объективности. И поэтому истина здесь двоякая. Это истинное совпадение понятия с объектом. Вот оно по понятию сам объект, понятие яблоко есть в мире. А есть то, что не со... а есть яблоко, которое не соответствует понятию яблока. Это в чем? Это какие такие яблоки не соответствуют понятию яблока? Незрелые. Гнилые. Гнилые не соответствуют. Незрелые, я думаю, что соответствуют. Клонские. Вкус не соответствует. Тоже ценные. То есть вот это очень важный, момент, потому что с одной стороны кажется, что мы закончили с объективной логикой, перешли к субъективной логике, а выяснилось, что эта субъективная логика, она тоже является выражением объективного мира. И нельзя понимать себе понятие только в этом смысле, что вот можно сказать, что это яблоко соответствует понятию яблока, а это вот в меньшей степени соответствует понятию яблока, правда? Какое-нибудь сморщенное яблоко какое-то, ненормальное оно, побитое и так далее. Оно уже не вполне соответствует понятию яблока. А яблоко всеобщее. Почему всеобщее? Потому что оно абстракция вот от этих, ну вот мы грубо прикинули, от 70 миллиардов этих яблок, но их больше гораздо, что не 10 же яблок люди съедают. Если за год они съедают, то они съедают не 10, а 1000. А 1000 на миллиард, если умножить, будет триллион. 7 триллионов яблок – это такая абстракция, не абстракция. Абстракция – это означает, что мы от них абстрагируемся, убираем все их конкретности. А понятие, оно не абстракция, оно не убирает эту конкретность, а вбирает. Все яблоки подпадают под это понятие. И помидоры. Все яблоки. Глазные яблоки ваши попадают, а помидоры нет. Помидоры как раз попадают. Помидоры не яблоки, помидоры. А глазное яблоко ваше яблоко попадает. Только по одной причине, что оно круглое. Образ. По этой причине. Образ рождает ассоциацию. Ваше... Вот процесс отражения у вас... У меня нет процесса отражения. У вас нет. Есть процесс отражения. У меня есть. Я отражаю ваше высказывание. Ну, правильно, это удобно. Это как американцы. Значит, еще раз, у нас времени очень мало, Евгений Николаевич. Очень мало. Нам нужно двигаться вперед. Значит, мы обрели очень важное понимание. Вот это надо зафиксировать. Мы обрели понимание того, что категория понятия, она не столько... Не абстракция от всего, а наоборот, она собирательная, она вбирает в себя то, что относится к огромному количеству предметов. И берет их как то, что их собирает и соединяет. Вот все они яблоки, хотя они там есть. Вы можете их делить на разные... Что есть яблоки такие, которые являются
яблоками для промышленной переработки, а есть яблоки, которые для непосредственного потребления в пищу, так, может, на роды. А среди них можете выбрать уже такие, которые сладкие, и те, которые кислые. То есть вы можете брать одно отрицание сначала брать, а потом второе отрицание. И в качестве одного отрицания, одно отрицание сделать, получите некую особенность. Антоновки. Антоновки. Сколько этих антоновок? Их тоже тьма, этих антоновок. И в разных местах они выращиваются. Или, например, те, которые называются антоновками в ларьках. Там ничего общего с антоновкой вообще нет. Пишет антоновка. Услышали, наверное, что есть такое слово. И, наконец, среди антоновок вот вы выбираете какое-то единичное. Я единичное. Может быть, еще последнее отрицание. Из всех яблок вот это. Тогда у вас получается, что понятие – это одно. Вот у вас всеобщее понятие, вот особенное, вот единичное. Мы же обсуждали, что есть только всеобщее. А? Единичный – это момент. И вы правы. И вы правы, потому что раз мы говорим больше надо дальше пойти, Денис Борисович. Значит, если вы берете отрицание всеобщего, так отрицание всеобщее содержит все всеобщее? Содержит. Ну, так это значит всеобщее. А второе отрицание, то есть отрицание особенного, единичное содержит все всеобщее? Содержит. Поэтому любое яблоко, единичное, оно и конкретный вид яблока, и яблоко вообще. Правильно? Вот, поэтому, и вот как раз, вот хорошо, что вы на это вот обратили внимание, что это Гегель подчеркивает, что в отличие от формальной логики, где вот они грубо разделены, всеобщие, особенные, единичные, никак ни с чем не связаны. Вот что он проделал вот в этом томе, именно потому, что он ссылается на то, что если раньше у него не было материала для того, чтобы писать вот предыдущие два тома, как бы он заново это писал, то вот здесь материала, вроде бы, слишком много, наоборот. Очень много написано про эту субъективную логику. Все это расклассифицировано и все разделено, все разгорожено. И он поставил свою задачу эти загородки убрать, то есть показать, что это все едино, что это лишь моменты, это разные моменты одного и того же понятия. Яблоко повернулось тем, что оно яблоко, то есть, что оно яблоко. Но прежде всего это яблоко, а не груша. Оно повернулось тем, что оно относится к определенному сорту яблок, так? Штрифель. И, наконец, это конкретное яблоко, которое вы взяли, штрифель, и можете его есть. Вот это яблоко, это единичное. Это второе отрицание. А когда вы второе отрицание делаете, вы что, возвращаетесь к чему? Вы едите это яблоко всеобщее. Вот вы сделали первое отрицание, вы отрицали яблоки. Это особенное. А потом второй раз вы особенное отрицали, значит, на самом деле вы вернулись же. К чему? Потому что к всеобщему. Единичное – это всеобщее. Вот какой вывод мы получаем. Не говоря уже о том, что в особенном тоже есть всеобщее. Они не отделены, не могут быть отделены. Точно так же, как если я отталкиваюсь от Константина Константиновича, я что делаю? Притрагиваюсь к нему. Прикасаетесь. Отталкиваюсь. Это... контакт поищи. Отталкиваешься. А его яблоко, по-вашему? Но оттолкнуться можно только присоединившись. Правильно? То есть вступив в единство, присоединившись, в единство вступив. Вот это тот момент, который нам надо не пропустить в самом начале. Вот теперь я просто хочу пройтись по некоторым тут высказываниям Гегеля, на которые надо обязательно обратить внимание. Тем более, что Гегель, вот так, как мы сейчас сделали, прежде чем пойти дальше и конкретно разбирать вопрос о понятии, он рассказывает, какие задачи он тут ставил, и вот на то, о чем мы сейчас говорили, вот, обращает на это внимание. Вот он пишет, что задача состоит в том, чтобы привести его, окостеневший материал, в текучее состояние, снова вложить живое понятие в таком мертвом материале. Вот он пишет в самом начале, на первой странице, выпуская настоящую часть. Я смею притязать на снисхождение, скорее, по противоположному основанию. То есть там не было таких предметов, которые послужили бы материалом для строительства логического, а здесь их слишком много. Так как для логики понятия имеется налицо вполне готовый и отвердевший, можно сказать, окостеневший материал. И задача состоит в том, чтобы привести его в текущее состояние и снова возжечь живое понятие в таком мертвом материале.
И вот есть целый специальный раздел о понятии вообще, который позволяет нам сегодняшнее занятие назвать понятие понятия. Вот он пишет: «Указать непосредственно, в чем состоит природа понятия, так же мало возможно, как невозможно установить непосредственно понятие какого бы то ни было другого предмета». Ну как вот можно указать непосредственно? Мы же понимаем, что к каждому понятию надо прийти. Поэтому он везде настаивает на этом генезисе. Генезис не разговора, а генезис, который самого понятия, Евгений Николаевич. Логический генезис, а не болтологический генезис. Да, не исторический генезис. И не болтологический. И не болтологический. Это разные вещи. Это правильно. Ассоциативный ряд указывает человеку мудрость. Да, это правильно. Но хотя мы должны смотреть на понятие не только как на субъективную предпосылку, а как на абсолютную основу. Обратите внимание, не как на субъективную, на абсолютную основу. Оно все же может быть таковой лишь постольку, поскольку оно сделалось основой. Абстрактно-непосредственное есть, правда, нечто первое. Но как абстрактное, оно есть скорее нечто опосредственное, основа которого, таким образом, мы, если желаем постигнуть его в его истине, оно еще должно отыскать. То есть мы как бы возвращаемся снова к тому, что мы делали в самом начале. Мы рассматривали чистое бытие, ничто и так далее. И это было как бы первое. А на самом деле основу-то всего составляет понятие, но мы начинали движение к нему от таких вот абстракций. Но если мы начинали движение к нему, это не значит, что понятие является, так сказать, только результатом. Оно и является той основой для всех вот тех предыдущих разделов и для всех предыдущих категорий. Они все в нем, как он говорит, утонули. Есть только понятие, и все это в нем. И все в нем, и чистое бытие, и все категории качества, и количества, и наличное бытие, и бесконечное, и для себя бытие, и определенность. Все это характеристики или моменты понятия. Правильно? Если это сложное, так оно из чего сложено? Вот из этого все и сложено. А раз оно из этого все сложено, так значит это не то, что к нему ведет, но не входит в него. Оно и не входило в него. Как оно могло входить, если мы до него не дошли? Вот когда мы до него дошли, и оно в себя все включило, это понятие, следовательно, теперь мы его, это понятие, рассматриваем как основу для всего предыдущего. Да, одно дело, когда они шли сами по себе, как некое бытие, а другое дело, когда они являются его моментами. Они являются, все вот эти категории являются его моментами. Мы эти моменты, которые являются моментами понятия, брали отдельно. И брали совершенно тоже правильно с точки зрения движения. То есть мы рассматривали простые категории, более простые. Но когда мы пришли к сложному, если это сложно, так оно из этого сложено. А раз это оно из этого сложно, это то, из чего сложено понятие. Если оно сложено, если понятие сложено из этого, так это все понятие, это все моменты понятия. И надо их понимать не так, что они там где-то, сзади. Они не сзади, они в нем. Они в понятии. Все они в понятии. И уже взятые в понятие, они не такие. Ну, потому что там они взяты сами по себе, изолированно. А здесь они взяты уже не изолированно, они в понятии. Утонули. Вот они здесь, в нем. Находится. В нем вообще. Понятие должно быть рассматриваемо прежде всего в понятии. Вообще как третье, бытие и сущность. Это прежде всего, он говорит. Прежде всего. Вот как у Гегеля всегда, вот некоторые замечания, они кажутся, можно пропустить слова. Оно прежде всего надо рассматривать. Но не значит, что на этом прежде всего и остановиться. Это вот это, да? Это вот первая страница раздела о понятии вообще. Взятое с этой стороны, понятие должно быть рассматриваемо прежде всего вообще как третье к бытию и сущности, к непосредственному рефлексии. Бытие и сущность – суть постольку момента его становления. А если они моменты его становления, значит, они включаются в него. Правильно? Понятие же есть их основа и истина. Ну, вы уже знаете, как Гегель употребляет истина. Каждая следующая категория есть истина предыдущих. Почему? Да потому что только тогда мы можем это понять, если мы продвинулись дальше. И уже понимаем это с более высокой точки зрения. А более высокая точка зрения, более сложная, более, она истинная по отношению к предыдущей. А предыдущая была истинной по отношению к тому, что предшествовало этой и так далее. Как то тождество, в котором они затонули и содержатся. Ну, написано даже так художественно. Затонули и содержатся.
они в нем содержатся, так как оно есть их результат. Но содержатся уже не как бытие и сущность. Это определение они имели, имеют лишь постольку, поскольку они еще не возвратились в это их единство. А сейчас они уже возвратились в это их единство. То есть они уже в понятии. А в понятии, бытие и сущность в понятии, уже не бытие и сущность. Яблоко съеденное, оно уже не яблоко, как вы понимаете. Даже и в этом смысле. Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет поэтому, собственно говоря, генетическую экспозицию понятия. Вот Константин Константинович это вот нам и сказал. Генетическую экспозицию понятия. Говоря точнее, уже субстанция представляет собой реальную сущность или сущность, поскольку она соединилась с бытием и вступила в действительность. Не отдельно бытие и не отдельно сущность, а уже сущность вступила в единство с бытием, единство сущности и существования, да, вот там была такая категория. Поэтому понятие имеет своей непосредственной предпосылкой субстанцию. Она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Субстанция есть то, что понятие есть как проявившееся. То есть субстанция – это не проявившееся понятие, а понятие как проявившаяся субстанция. Чтобы у нас вот все категории, которые мы предшествовали, были ясны. Во-первых, есть крупные категории, которые составляют целые два раздела, целые две книги – учение о бытии и учение о сущности. И есть непосредственная категория, проявлением которой является понятие. Да, вопрос, пожалуйста. А вот скажите, как она в действительность вступила? Вот это понятие. А вы действительность знаете такое? Что такое действительность? Да. Что это такое? Ему предшествует... Действительность что? Ему предшествует все... И что ему предшествует? Я спрашиваю, что действительность он называет? Ну, на вопрос, на вопрос. Ну, а как, а как я могу ответить? Если вы не знаете, что понятно такое действительность, я вам объяснить не смогу. Я могу объяснить тому, кто скажет, что такое действительность. Если он не знает, тогда бесполезно объяснять. Я вам задаю простой вопрос. Мы это уже мы проходили, изучали, что такое действительность. Понятно. Действительность является единством сущности и существования. Так? А вот это, а что такое существование? Это бытие в сфере сущности. Вот они уже, мы подошли к этому. Поскольку существование – это бытие в сфере сущности, вот оно уже складывается, это единство сущности и существования, которое здесь... под которое по существу тонет уже в этом самом понятии. Ну, понятие вступает в свое существование только тогда, когда созданы условия. Понятие не вступает в существование. Существование суть дела вступает. Вы берете формулировки из другого места и применяете их там, которые они, где они неприменимы. Оно не вступает в существование, оно такое действие не совершает. Как не совершает? Потому что оно разворачивается. Условием возникновения понятия является предшествующая история языка. Нет такого. Без языка, без общественного сознания. Значит, который... Евгений Николаевич, вы, если у вас есть такая книга, другая, то вы по ней в другом месте изучайте. Потому что мы в науке логики, вот, вот эту другую книгу, вот и вы в другом месте изучайте. Мы сейчас изучаем науку логики. Да, это в другом месте изучайте. Это разные авторы. Да? У нас кружок по какой книге? По Гегелевской. Ну и ссылайтесь на Гегеля. А что, не заслуживает он того, чтобы мы его... замкнуть, я понял. Замкнуть надо. Замкнуть, потому что мы должны сосредоточиться. Что такое сосредоточиться? Чтобы какую-то проблему решить, надо на ней сосредоточиться. А что такое сосредоточиться? Оставить в стороне все остальное полезное, нужное, хорошее, да, ну, любимое вами, там, уважаемое и так далее. Потому что, когда мы спрашиваем, что такое действительность, то надо исходить из того, как действительность понимается в науке логики. Что я вас спрашиваю? Я вас спрашиваю не о том, что будет пройдено, а о том, что было пройдено. А действительность есть единство сущности и существования. Правильно. Единство сущности и существования. А вот понятие уже, как вы видите, это тоже единство сущности и существования. Да. Только такое, которое продвинулось дальше, в котором сущность и существование уже утонули. То есть они не выступают сами по отдельности. Потому что мы разобрали еще понятие субстанции, то есть оно выступает, оно действует, оно не переходит, оно не вступает в существование. Про него нельзя сказать, что оно существует, про понятие. Про него можно сказать, что оно как? Проявилось. Так, вот так, проявилось понятие, проявило себя. Читайте как, вот читайте, как написано.
Вы не как общественное животное. Вы хотите, всеобщее. потому что подход у нас такой, что каждый товарищ, который изучает науку логики, и любую другую науку, сначала должен изучать то, что есть, а потом пытаться придумывать что-нибудь, так сказать, такое, которое на этой основе можно построить. Но если человек собирается строить на этой основе, где-то какой-то кусочек прочитал и начинает тут что-то придумывать, это совершенно неверный ход. Вы доведите дело до конца изучения науки и логики и стройте, пожалуйста, от своей системы. А это не строительство системы, это называется не видеть тех звеньев, которые здесь есть. А звенья очень важны, и вот переходы здесь существенные. Если там можно было говорить о том, что когда для какой-нибудь сути дела или для мыслимой вещи, созданной в себе условия, она вступает в существование, здесь уже о вступлении в существование нельзя говорить, уже это существование позади, мы проехали его, Евгений Николаевич, а вы нас возвращаете назад, вы реакционер. И что? А вот вас осуждаем мы за реакционность. Хорошо, я бы сразу справиться. Что хорошего? Вот это еще лучше. Ну, я заостряю, конечно, вопрос, потому что мы должны двигаться вперед. Я понял. Двигаться вперед. Как руководитель кружка, я вас очень да. Да, мне мало времени для осуждения, потому что осталось 25 минут, а я еще никого, кроме вас, не успел осудить. Это как-то я не дорабатываю, как бы некоторые сказали. Так, идем дальше. Понятие имеет свои непосредственные предпосылки субстанцию, она есть в себе то, что понятие есть как проявившееся. Вот обратите внимание, что товарищ Гегель для нашего с вами удобства проявившееся пишет курсивом. Вообще, вот обратите внимание, пишет курсивом, иногда выделяет жирным, чтобы мы не пропустили, чтобы мы не затерялись, чтобы мы обратили внимание, а мы, значит, свое поем. О чем мы будем петь свое? Вот, вы считаете, что вы все поняли? Я вот не считаю, что я все понял в науке логики. Поэтому я остерегаюсь тут петь свое по некоторым вопросам. Вот мы сейчас зашли в такое поле, которые для нас малоизученными являются, не только для нас. Мы прекрасно знаем, что у нас особенных конкурентов, в смысле изучения науки и логики, что-то-то и нету. Вот у нас есть разные кружки, разные занятия, но вот пока до середины Днепра таких птиц, которые долетели, очень немного. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому непосредственный генезис понятия. Тут прямо написано, что является генезисом понятия. То есть не надо придумывать. Вот если написано, я спрашиваю, что является генезисом понятия? Вы берете и пишете. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть поэтому непосредственный генезис понятия. Можно ответить. Если человек читал, может ответить. Если он невнимательно читал, он не может ответить. Но мы должны внимательно читать. Мы же кружок по изучению. Потом мы не просто по изучению, мы любители. Если вы любите другое, то и любите другое. А мы тут любители гегелевской диалектики. А почему мы ее любим? Потому что это гениальная книга. А гениальных мало. Вот любим мы гениальное. Что в этом что-то есть плохое? А кто-то любит посредственное. Ну, мы рады ему, что он любит посредственное или какое-нибудь пустое он что-нибудь изучает. А пустое изучать долго ни к чему. А вот гениальное заслуживает того, чтобы внимательно отнеслись к этим высказываниям. Потому что Гегель себя зарекомендовал как человек, который зря-то не будет говорить. Потому что он, если он здесь сказал, то он подумал о том, как он раньше сказал, и как о том скажет позже. Потому что это не просто высказывание по некоторым предметам, это система знаний. А в этой системе знаний все повороты мысли существенны. И мы за этими поворотами мысли должны... А логика, что это такое? Это движение мыслей, правильно? Или движение понятий, в которых выражено движение мысли. Так, дальше. Понятие есть истина субстанции. Что этим сказано? Что вот непосредственным предшественником понятия, а мы все правда отвечаем на тот же вопрос, где генезис-то понятия, является субстанция. То есть, если мы хотим в этом вопросе лучше разобраться, что надо сделать? Отложить пока вот этот том, взять вот первый том и конец первого тома, поизучать, что такое субстанция. При этом Гегель обращает наше внимание на то, что вот само понятие субстанции, как отдельное понятие, разработал кто? Кант. Спиноза. Не Кант, а Спиноза. Это два разных человека. У меня, знаете, тройка за историю философии. Я спокойно принимаю. Сняли очки, и поэтому два, двух разных не видите. Да, сразу раз и
Вот через это два разных человека. Спиноза. Причем у Спинозы это вот такого, ну, им известен. Но у Спинозы это все изолированная категория. Изолированная. И он, так сказать, вот ее с одной стороны ввел, а Гегель что делает? Он что сказал, что не надо вот отбрасывать все философские концепции. Критика должна быть не в том, должна состоять, что мы их отвергаем и что-то другое. Если мы их отвергаем и рядом ставим другое, то мы как раз и не возвышаемся над ними. А вот он их включает, их. Он их включает и переваривает, так сказать, включает в систему, находит место для вот этого поворота мысли, который для Спинозы был не поворот, а вот главное и основное – вершина. А это не вершина, а вершина, и он пошел дальше. Это снять. А это вот в снятом виде тут берется. Так. А так как необходимость есть определенный способ отношения субстанции, то свобода оказывается истинной необходимости и способом отношения понятия. Вот для всех известно такое высказывание, что свобода есть осознанная необходимость, а здесь говорится другое. Свобода оказывается истинной необходимости. А что такое свобода истинной необходимости? Как вы это расшифруете? Мы уже знаем, что означают такие высказывания у Гегеля, что, вот, скажем, какая-то категория истинно предыдущей. Это просто означает, что это следующая категория, что свобода – это категория более развитая, чем необходимость. И больше ничего. Больше ничего тут не сказано, что свобода является истинной необходимостью. Это, если кто-то думает, что это определение свободы, это не так. А просто свобода есть истинной необходимости. То есть, если вы перешли к свободе, то уж необходимость там есть. Действительно, если мы говорим о какой-то свободе, то мы должны посчитаться, что необходимо. Вы с законом Ома должны посчитаться, с законом тяготения должны посчитаться, не надо прыгать с 13 этажа, и не надо, если там 500 вольт, вот так вот проверять, это сильное, большое напряжение или нет. Не следует это делать. Потому что свобода есть истинная необходимость. То есть, чтобы перейти к свободе, надо прежде всего понять, в чем необходимость. И это не значит, ну, необходимость вовсе не лишает вас свободы. А свобода включает вся необходимость, правильно? А если вы будете рассматривать свободу как не включающую вся необходимость, как будет называться категория? Исключающая. Евгений Николаевич, сейчас вы можете реабилитироваться. Не смогу. Не хотите реабилитироваться? Я хочу, но не смогу. Особенно. У меня мысль сейчас в другом направлении. То есть вы сейчас не на кружке? Типа того. Понял. Понял. Я временно, я прошу. Временно. То есть до окончания кружка вы не на кружке, а как только кружок закончится, вы на кружке. Понял. Извините, что я побеспокоил. Да. Как называется такая категория, которая абстрагируется от необходимости, в отличие от свободы? Свобода не абстрагируется от необходимости. Свобода? Возможно. Нет. Получается? Нет. Я не слышу. А? Действительно. Нет. Еще конкурс. Вот я знал, не смогу. Нет, вы просто хотели посмотреть, чтобы вы хотите показать, что они тоже не могут. А то я вот все на вас нападаю и говорю, да вот смотрите на них, они тоже никто не может сказать. Нет, просто вы подготовили вопрос заранее. Конечно. Чтобы никто не смог ответить. Да, я только. Это вот тот главный вопрос, который я подготовил, до этого довел и поставил. И всех заманил и вот. Заманил и тут. Можно я отвечу на этот вопрос? Как вы понимаете, вы на меня, конечно, стрелки переводите, но я-то вычитал отсюда. Секрет очень простой. Это я все вычитал из чего? Надо внимательно читать науку логики. Это есть категория, похожая на свободу, которая называется произвол. Произвол есть такое понятие, очень хорошее, произвол. А произвол означает, что хочу, то и делаю. Ну, какое ваше дело? Хочу, вот и пульт 500 вольт возьму, и так вот и сделаю. А ваше-то какое дело? Хочу и выпрыгну с 15 этажа, что мало, что ли, выпрыгивал? А мало, что ли, сняли селфи и навсегда остались молодыми? Навсегда. А вот мы с вами вот будут фотографии смотреть, ну что за люди, что за люди, старые. Но, а это вот люди все молодые, красивые. Произвол. И вот сплошь и рядом, если спросите, что такое свобода, вот то, что я что хочу, то и делаю. А что ты сейчас хочешь? Или человек не думает о том, что он хочет, из этих самых хотений получается то, что может привести к гибели этого человека. Причем он хотел сделать то, что хочет, и сделал то, что хотел. Или он хочет, что хочет, с вами будет делать. Об этом не думает.
ну, скажем, если мы возьмем эту трагедию, которая была в Кемерово, так вот эти самые хозяева и начальники этого самого развлекательного центра, они руководствовались не свободой, а произволом. А этот произвол исходил из чего? Из наживы, а вовсе не из разгильдяйства. Потому что им на все, если бы тут исходить не из произвола, надо было это сделать, и за это заплатить, и вот это сделать, и это установить, и доход был бы поменьше, и жертв было бы поменьше, если бы даже был бы такой случай. А то ничего не включается, ничего не, сказать, не срабатывает. А почему? Нет, ну, как будто бы это касается только этого центра. Вот недавно я читал, незадолго до этого, как на одной из площадей, когда автомобилист один выскочил из машины, у него машина загорелась. И тут как раз много рядом машин. Они все выскочили, значит, человек 10-15, нет, не снимали, бегут с двумя огнетушителями каждый. То есть человек 10-20 огнетушителей, сработало 2. Вы когда покупаете огнетушитель, вы всегда проверяете? Вы все, ну, вы не будете говорить, вы проверили, покупайте следующий. А следующий все. Вы этот проверили, а следующий сработает. Они вам могут подавать для проверки один, который срабатывает, а продавать совсем другие. Поскольку это произвол, что хочу, то и продаю. А там срок... Не надо кошмарить бизнес. Понял. Вот. Дурак. Не надо кошмарить бизнес. Кстати, насчет произвола, вот примеры. Вот это и есть произвол. То есть кошмарить не надо. То есть продлили, кстати, после кемеровских событий, продлили налоговые каникулы. Не надо ничего, вот это все, пусть они сами все делают, выращивают. Ну, в этом, собственно, и состоит диктатура. Нет, мы сейчас и выводы сейчас делаем другие, что не надо путать свободу и произвол. Это разные категории. Это важно же? Да. Важно. И мы с этим сталкиваемся. Люди сплошь и рядом понимают свободу как произвол. А как у Маркса понимается свобода? Кто-нибудь знает? Осознанно, что необходимо. Это у Энгельса. Осознанно необходимость. Вот я хочу вам привести пример, который говорит о том, что это не определение свободы, что осознанное, это суждение о свободе, правильное совершенно. Можем так сказать, свобода есть осознанная необходимость. Ну, вроде так, вы про меня можете сказать, я твердое тело. Ну, это правильно же? Из всех твердых тел здесь собраться. Всего самое твердое. Нужно потыкать даже. Значит, пример. Опровергающий пример. Я украл 100 тысяч рублей. Меня поймали, дали 7 лет, и сижу я в этой самой хорошей обстановке, да, в тюрьме. Свобода. Первые 2 года просидел, это хорошее место, в отличие от вот нашей суеты жизни, когда некогда позаниматься. Там можно посидеть и подумать, обдумать то, что не успеваешь обдумать. И вот я понял, как после обдумывания, что воровать нехорошо, что правильно меня судили, правильно приговорили, и правильно я еще буду сидеть 5 лет. Осознал я необходимость? Но осознал я необходимость, чтобы меня посадили и держали. Осознал. То есть 5 лет я свободный буду сидеть. Вот. У Маркса есть такое определение свободы, очень хорошее. И на удивление его почти никто не знает. На удивление. Вот знает Мартовин. Владение обстоятельством, сознание дела. Как? Господство. Или господство над обстоятельством, сознанием дела. Вот, вам помог, товарищ, все серьезно, помог, товарищ Дегтярев. Вот я всегда удивляюсь, вот и по отношению к таким другим товарищам, вот возьмешь какое-нибудь гениальное определение, Борис Николаевич, вот вы любите тоже так, а он раз слова вот так переставит, и чтобы оно уже не было гениальным, и это заучивает. Я не понимаю, почему. Вот что вот, не, вот скажем, и у Ленина берут такое, или у Маркса, или у Энгельса, раз и переставят, и сразу получается... А это ведь не это люди, это гениально. Они так просто ведь не говорят. Они просто ведь не скажут так вот. Нет, вот возьмут, переставят, как будто бы это не важно, очень важно. Например, легче, по-моему, запомнить гениальные определения, чем пустые. Или какие-то никчемные определения. Так вот, господство над обстоятельствами, сознанием дела. Если господство над обстоятельствами, оно может быть абсолютно? Не может быть. Потому что мы должны знать, что спрыгивать не надо с 13 этажа. Значит, вот если 500 вольт, так не надо так вот туда вот пальцы засовывать. Мы знаем, что и другие все законы действуют, что есть необходимость, с которой надо считаться. Но при этом мы свободны или не свободны? Свободны мы, когда мы господствуем над обстоятельствами. А тогда мы господствуем, когда мы знаем все вот эти необходимости, правильно? А если мы этого не знаем, мы столкнемся с этой необходимостью
там, где ее не ждем. Поэтому, чтобы быть свободным, мы свободными, надо, конечно, необходимо знать. Но это не знаю. Но надо господствовать над обстоятельством. А если над нами господствует обстоятельство, мы это делаем не потому, что вот мы намерились это сделать, а потому, что нас заставляют обстоятельства, то человек не свободен. Вот волей обстоятельств я попал в такую ситуацию, что вынужден был упасть и умереть. И все. Свободен я? Все свободны. И так далее. Свобода помогает? Да, это помогает. Это истина свободы. Нет, это вот тут другое говорится. Здесь говорится то, что мы уже с вами усвоили. Когда говорится, что свобода оказывается истинной необходимости, здесь говорится, что свобода включает в себя необходимость и является более сложной категорией, чем необходимость. И больше ничего тут не говорится. Как хотите, это понимаете, но это более сложная категория, включающая в себя необходимость. Но не ограничивающаяся этой самой необходимостью. Потому что если бы она ограничивалась ею, тогда бы была эта необходимость. А она истина необходимости. А раз истинной, то есть она дальше пошла. Вот. То есть надо дальше смотреть, не, то, не опускать эту свободу. Так, дальше. Субстанция есть абсолютная, и сущая в себе и для себя действительная. Вот обратите внимание. Вот, Евгений Николаевич, это для вас написано. Про действительность вы хотели про действительность узнать, но не хотели узнать из этого, из у Гегеля, где про это специально написано. Для вас написано. Для Евгения. Да на следующей странице, вторая страница вообще. Из этого понятия вообще. Для вас написано специально. Есть абсолютное. Субстанция есть абсолютная, есть сущая в себе и для себя действительная. Сущее в себе и для себя действительное. Что такое действительное, знаете? Да, теперь. Вот, то есть, вот, не помните, действительно, это единство сущности и существования. А это в себе и для себя действительное. Это уже не такое, которое сложено просто из чего-то, а которое уже просто единство. Это только моменты, которые в нем утонули, из чего сложено. Георгий Николаевич, если вот мы на себя обратимся, на вас или на меня, утонули, то желудок, сердце и другие органы нашего тела, они не существуют отдельно, они в нас утонули. Если вы не согласны с этим, проконсультируйтесь вот с медиками. Они вам. А если вот удалось их отрезать, грешно вот тогда уже они, тогда они уже, не являются элементами вашего, вернее, моментами не являются, а уже они элементы, куски удаляемые и так далее, или заменяемые чем-то там, протезами и прочее. Поэтому субстанция есть абсолютная. Что абсолютное? То, что у вас вот сейчас лежит. На всякий случай, отметить отсяду. Это вы отметите, а потом уже не успеете, уже все, с вами уже все, вопрос закончен. Вырежут что-нибудь народ. Так, дальше что мы тут еще видим? Активная субстанция есть причина, она действует. Это важно? Важно. Важно. То есть надо брать понятие уже как то, что действует, правильно? А не такое понятие. Вот как она действует? Как вот действует то, что. Вот вы, наверное, хотите улучшить яблоко или сделать то, что соответствует понятию яблока, правда? Вырастить. А не то, что не соответствует понятию яблока. Вы стараетесь это сделать? Сорта стараетесь вывести какие-то, да? Проводите работу селекционную, что вы к чему ведете дело? К тому, чтобы это больше соответствовало понятию яблока. Если взять какой-нибудь более сложный объект. Там, а? Если более сложный объект взять, там, капитализм, допустим. Не можем. Вы хотите сразу прыгнуть? От яблока. Зачем нам сейчас от яблока до капитализма? Зачем вам брать более сложный объект? Ну, мы же всегда говорим, что для если простых нам... объектов нам и диалектики не особо нужны. А чем вы думаете, что? А что яблоко очень простой объект, у него кожура есть, у него и самые есть клетки, у него есть семена. Вот скажите мне, вот яблоко круглое видели, да? Mm-hmm. Вот так, если его разрезать, какая будет картинка там? Вот так разрезать. Не вот так, как обычно режут, а вот так вот разрезать. Скажите, есть. Какая будет там, какой узор? Узор какой? Такой же, как у Айвы. Тихо. Какой узор будет, если... Не знаю. Вот, видите, он не знает, он хочет капитализм. Он не знает, как яблоко устроено. Хочет изучать капитализм. Так сколько там концов будет?
Валерий, тихо-тихо-тихо, вот так вот разрезать. Пять. Вот так вот лежит яблоко, палочка кверху, вот так режем, плоскость. Пять концов. Каких концов? Пять. Там пятиконечная звезда будет. Там пятиконечная звезда будет, так же, как у Айвы, кстати. А наши городские власти боятся повесить пятиконечную звезду. На Кремль. Да не на Кремль, а на елке, которые четырехугольные такие уродливые вешают. Вы видели такой ужас такой? Висит какая-то четырехугольная какая-то картина. Они думают, что это обязательно связано с какой-то политикой. Яблоко, видимо, с политикой связано. Это, наверное, с Явлинским связано. Конечно, с Явлинским. Вот пятиконечная звезда с Явлинским. Это четырехугольная звезда, это на самом деле символ одного из казино. Ну вот, видимо, символ. А точно воспроизводит символ казино, вот этот и вывешивает нам. Чем, слава богу, специалист не вырезает. Что мы сейчас выяснили? Что вы яблоко даже не знаете, как устроено. Вы хоть его не только так режете, а еще вот так. Я просто не хожу на кружки по изучению яблок. Можно его взять и самого изучить. А как же так? Нас сначала было в тот момент. Вот я сначала в тот. А зачем для такого простого вопроса брать такой сложный предмет? Вот если вам нужно забить гвоздь, вы возьмете молоток. А вам нужен для этого молот? Угу. Не нужен. А если вам нужно небольшую ямку выкопать, вы будете, наверное, лопату возьмете, а может, вам шагающий экскаватор нужен? Мы же какой вопрос тут решаем? Зачем нам для такого простого вопроса брать такое сложное явление? А потому что вы возьмете капитализм, а от этого капитализма увидите, что ровно то, что мы можем на примере яблока и рассмотреть. Зачем нам тогда это? То есть себе роды, у вас сейчас роды идут, диалектики. Вы роды должны собирать, усложнять или упрощать? Упрощать, конечно. Вспомоществование должно быть. У нас кружок, это помогает, то есть, рождению, так сказать, диалектического мышления, а вовсе не затрудняете его. Сейчас мы толкаем сюда и социализм, и капитализм, а феодализм, чего не делать. Перевовладение. Значит, я что хочу вас попросить, товарищи? Попросить хочу, чтобы вы это вот... Вот это такой раздел о понятии вообще, в котором еще нет такого дальнейшего логического движения, который объясняет, где мы тут остановились. Он специально останавливается на том, что этому предшествовало, и что, где мы находимся. Чтобы мы, прежде чем отправиться в дальнейший путь, освоились, так сказать, с кораблем, на котором мы поплывем. Чтобы вот это было ясно. И здесь очень много интересного. Вот написано, причина производит действие, и при том в некоторой другой субстанции. Она есть теперь мощь по отношению к некоторому другому. Мощь. Почему она теперь мощь? Потому что раньше она была причина, а здесь она уже, раз она тоже осталась сзади, а это что значит сзади? Что она только момент понятия, она мощь. Мы можем сказать, что вот когда вы видите, как зреют яблоки, знаете, зеленое яблоко, вот маленькое такое, это два, а потом идет, оно, так сказать, это яблоко растает, оно наливается. Это вот мощь получается, вот как растение. Растение показывает, так сказать, вызревание. Или там как колосятся хлеба, или как они вызревают колоба. Это же некоторая мощь, которая даже в растениях себя показывает. Или как дети, вот они, несмотря на то, что они все время делают то, что не умеют, и именно потому, что они делают все то, что не умеют, они сначала одно преодолевает, второе, третье, четвертое, потом начинает ходить, потом начинает говорить. И быстро-быстро-быстро развиваются. А потом, когда они доходят до известного уровня, они говорят, мы уже это все знаем, и поэтому стараются особенно не переутруждаться и не переходить в свои пределы. Что касается активной субстанции, то воздействие есть перевод причины в действие, в ее другое, в положенность. Положенность – это та категория, с которой мы знакомы, и я думаю, что не все ее освоили. Что такое положенность? То, что берется не просто само по себе, а как некое отрицание, с отрицанием. Оно положено. То есть предполагается, что есть некое отрицание этого, а не просто оно само по себе изолированно берется. В действии причина обнаруживается тем, что она есть. Действие тождественно с причиной, а не есть некоторое другое. Причина, следовательно, обнаруживает в процессе действия положенность, как то, что она есть по существу.
То, что она есть по существу, но она еще не по форме. Она вот обнаруживает себя в действии. В действии себя причина обнаруживает. А можно было бы считать, что причина обнаруживает себя в причине. И получается просто пустое тождество, никакого движения логического. Субстанция тождественна самой собой лишь своей противоположности, и это составляет абсолютное тождество субстанций, положенных как две. Активная субстанция проявляется как причина или первоначальная субстанциальность через процесс действия, то есть когда она полагает себя как противоположность самой себя. Ну, раз она в другом себя проявляет, это же противоположность. А противоположность разве там не... Нет, не слышите слово «положенность»? Противоположность. Она проявляет себя как свою противоположность. Противоположность. Положенность. Но противоположное тому, что было причиной. Действие же не остается причиной, оно становится действием. То есть оно противоположно причине. То есть причина проявляет себя как противоположность где? В действии. Вот я очень советую это почитать, вот эти все места, и подумать над этими категориями, потому что вот тут вот как раз вот тот язык очень продуманный и очень точный, который подводит итоги тому, что было в первых двух томах, в первых двух книгах или в первом томе «Объективная логика», и который нас как бы настраивает на правильное понимание того, что будет вот в этом. В этой книге учение о понятии, что необходимо. То есть мы можем, конечно, быстро перелистать и пойти дальше. Но у нас какая задача? Пройти это или понять? Понять. А понять, значит, выразить понятие. А в понятии выразить как такое единство бытия и сущности, в котором бытие и сущность утонули, а мы уже получили более высокое. Вот это более высокое. Я думаю, что мы находимся на таком этапе, когда здесь надо не столько бежать, сколько вот внимательно это вот на этом остановиться, подумать, почитать всех. А есть люди, которые пришли без книги. Все с книгой пришли? И все смотрят книгу или нет? Нет. А почему? На кружок по науке логики, который мы изучаем. Да, это неправильно. Или я не прав? Борис Николаевич без книги. Ну, я как самый непонятливый пришел с книгой. Да? А другие все как-то не понимают. Мы этого всего вводили, не глядя в книгу. А мы и сейчас не глядим. Ну, подглядываем немножко. Подглядываем. Так, вопросы есть сейчас? В наше время занятие истекло, но вопросы мы можем какие-то ответить. Ну, вот смотрите, тут появляется предположение. Тем ее снятие, ее предположенное видение. Ну, это относится к тому, что надо почитать это. Почитать, подумать еще. Давайте мы это подумаем, а в следующий раз мы на этом еще остановимся. То есть вот мы тут не надо это пробегать, потому что мы пришли к очень сложному материалу. Почему к сложному? Потому что на самом деле вот это. Из чего сложены эти категории? Эти категории сложены из всего того, что мы изучали в течение всего времени существования кружка. Правильно? Поэтому именно потому, что мы уже теперь все собрали и перешли тому, что вот все вот предыдущие категории все в этом утонули, в этом понятии, изучаем понятие, и это понятие по существу перейдет просто в идею, в полной противоположности с тем, что сказал Константин Константинович, и потом в абсолютную идею, поэтому здесь мы никуда не уйдем от этого понятия. Значит, поэтому, раз мы никуда от него не уйдем, надо тут не пропустить уже то, что очень важно тут вот понять. А если мы даем определение объекта. Что? Если мы даем определение к тому. Если мы даем объекту, определение объекту, то мы находимся в учении о бытии в первой книге. Оно должно содержать понятие. Если мы. Нет. Как же оно может содержать все понятия, когда вы даете определение? Дайте, пожалуйста, определение. Определение. Что такое определение? Бытие, которое принято. Да здравствуйте. Это качество. Это определенность, молодой качество. Человек. Это определенность. Это определение, это, дайте, пожалуйста. Качество, которое есть в себе, то, что есть. Качество, которое есть в нечто. Но. Сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто с ним бытие. Ну, так это относится к простому нечто. Это относится к самому началу учения о бытии. Чего вы сюда притащили? К самому началу. Вы пришли с этим. Тут уже едут люди, летают на самолетах, а вы пришли на самокате.
Ну вот если мы определение яблоку даем. Мы не даем определение яблоку. Мы рассматривали понятие яблока сегодня. Конечно, и слушаться находится. На примере яблока. Это, конечно, с ним быть. Я не случайно, да, специально вас спросил, вы хоть яблоко-то знаете, а вы даже не резали его мысленно. Ну, придете, купите яблоко, разрежьте, и увидите пятиконечную звезду. Это говорит о неизбежности победы коммунизма. Над капитализмом. Над капитализмом. Вы поставили этот вопрос, вот вам ответ. Какое понятие яблока? Которое является единством сущности и существования как момент. Понятие яблока. Если вы знаете понятие вообще, в чем состоит, то тогда и понятие яблока. Понятие яблока – это не значит, что вы отвечаете на вопрос, что такое яблоко. На вопрос, что такое яблоко, отвечает учение о бытии. А вы отвечаете не на вопрос, что такое яблоко, а что такое яблоко, понятие. Как всеобщее. То, что делает все яблоки едиными яблоками. Ну, как все яблоки, которые были во всем мире за все годы своего существования, и существования этого мира, и будут еще. Поэтому это совсем это не вопрос об определении яблока, а вопрос о его понятии, что оно по своему понятию. Это гораздо более высокая категория и более глубокое понимание поэтому. А вы нас хотите вернуть назад, в самое начало, а мы упираемся. Мы и так не очень быстро идем, а уж если нас возвращать совсем назад, то будет плохо. Еще какие есть вопросы? Тогда мы на этом занятии нашего кружка будем считать. На сегодня закончено, и в следующий раз продолжим. Значит, в следующий раз надо что делать? Изучить вопрос. Изучить вопрос вот этот. Учение о понятии. Вот этот маленький разделчик. О понятии вообще. О понятии вообще. Вот что надо изучить. А тогда мы можем начать изучать субъективность. А когда пойдет субъективность, то выяснится, начнется какая-то понятие. Я ничего не понимаю. Да. А там какая страница была у вас? Это у меня страница 7. Мы дальше 7 страницы не ушли. До 20. Не ушли еще, да? Нет. А я думал, уже до идеи дошел. До идеи-то нет проблем дойти. Открываешь оглавление, там можешь дойти до любой категории очень быстро. Берите оглавление. И там еще место вам оставлено в этом издании, страница. Можете записать свое, чтобы было в этой же книге. Не достающий свой идею. Так, все, да. 24-го. И здесь надо тогда... 24 апреля? Да. 24 апреля. После конференции. У нас насыщенные будут дни апрельские. Да, 21-22. Да, 21-22, 24. Вторник, 24 апреля, мы с вами продолжим. А 22-е воскресенье. Ясно. 22-е воскресенье. 22-е воскресенье. Да, 22-е воскресенье. 22-е воскресенье конференция. Да, в Радлеве. Так я так не понял. 21-е собрание. Да, 21-е собрание, 22-го конференция, 24-й кружок. Мне, во всяком случае, я вот удивляюсь, у нас есть товарищи, которые проводят занятия кружка по диалектике в других регионах еженедельно. Я удивляюсь, как они... Я вот не смог. Особенно имея в виду, что надо еще и готовиться к этому. Если не готовиться, а просто приходить и разговаривать, то, конечно, можно хоть каждый день. И иногда получается вот такой разговор, не конкретный. А иначе мы не продвинемся. Подогнали избрание. Так. Все, нет, закрываем. Закрываем сварку. Значит, все надо, да? Расставили. Спасибо. Да.